Всем, скоро Новый год. Мне очень хочется научиться играть какую-нибудь новогоднюю песенку. Ты меня сможешь научить? Сможем. Да? А какую песенку? Джингл-бэлс. А я ее. А можно ее услышать? Красивая песенка. А как же я буду играть, если я нот не знаю? Где тут ноты? Это ноты? Да. А что это такое? До. Домик. Угу. А еще? Это ре. Репка. Угу. Ми. Мишка. Фа. Факер. Соль. 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 Ля, лягушка. Си, сита. Ух ты! То есть это до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ноты. А что там за полосочки? Что это такое за полосочки? Зеленые. Это которого жмется. И вот так. И квинта, и терция, и секунда. Это... И кварта. Это какой рукой жать надо? Вот эти зеленые полосочки. Секунда, терция. А зеленые полосочки какой рукой нажимать надо? А для кого? Правый. Правый? А коричневые? Левый. Как интересно. А можно я попробую? Да. Поставь маме правую руку. Правой рукой. Да. Это вот этот мишка. Угу. Какая мама молодец, с первого раза так хорошо сыграла, да? Теперь сыграю левую руку, говорю. Ты на компьютере сделай левую ручку. Ты мне поможешь? Помогу. Да. До, соль, квинта. Домик и соль. Да. Факел, лягушечек. И секунда. Терция. И квинта до соль. Фа.
Фа, ля, терция. Фа, кир, ля, кушка. До, соль. Фа, соль. Это? Нет. Вот. А, соль. Квинта, до, соль. Ура! Получилось. Ух ты, отличный результат для первого раза. А как теперь маме сыграть двумя руками? Сделай, пожалуйста. Пусть мама попробует, да? Сделай там на компьютере. Прямо правый и левый? Да. Ой, так, тут Мишка. А тут домик и соль. Левый и правый фа. Фа, фа, фа. Квинта. Ми. Ми, ми. Мишка. Ми. Фа, соль и правый. Ре, ре, фа, соль. До соли на левую. Правый соль. Нет, нет. Не лягуш? А. Соль, соль, фа, ре, ре, до. Хорошо. Да, Семён? Получилось. Семён, да. А ты домашнее задание маме задашь? Задам. Да, какое? Надо выучить наизусть. Наизусть даже? Вот и сложно. Смотреть ноты. Это сложное сумму. Задание наизусть, да. Выучить. А по нотам она же еще плохо играет. Можно я по нотам буду лучше? Можно. Спасибо. На следующем уроке тогда, значит, мама тебе сдает по нотам. Да? На следующем уроке ты должна сыграть по нотам. Хорошо, я буду стараться, если ты мне будешь помогать. Да. Спасибо.